По белым просторам бескрайней тундры идет Аргиш. Но ни дыхание оленей, ни топот широких копыт разносится понад белым покровом. То слышится мелодия, мелодия струн жизни, сияние севера, мерцание звезд, сопровождаемое ритмом бубна. То не простой Аргиш, а музыкальный, сплетенный нотами из композиций шамана музыкального Ямала. И слышно громче ход Аргиша, поскольку он все ближе, ближе. Ансамбля народных инструментов Ямальского многопрофильного колледжа под управлением Андрея Кулинцова прозвучала музыкальная фантазия на тему произведений, которые открывают нам богатый музыкальный мир талантливого сочинителя, композитора, интерпретатора, исполнителя Семена Неруя. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в окружном центре национальных культур на концерте «Музыкальный шаман Ямала», который посвящен памяти ненецкого композитора, 75-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Российской Федерации Семена Николаевича Неруя. Дорогие друзья! Известный деятель культуры Ямала Елена Григорьевна Сусой сравнивала творчество Семена Неруя с
с магической силой священного семибугорчатого бубна-шамана. И, как говорил сам Семен Николаевич, род Нероев – это род шаманов. Сегодня мы вместе с вами попробуем раскрыть многогранный образ Семена Николаевича Нероя. Дорогие друзья, вас приветствует президент Совета Ассоциации оленеводы мира Сергей Николаевич Харичи. Добрый вечер, дорогие земляки! Сегодня мы с вами присутствуем на очень уникальном культурном мероприятии в стенах этого прекрасного Дворца культуры. Вечер, посвященный памяти нашего легендарного земляка. Иного здесь невозможно выразить в отношении этой личности. Но он действительно сделал то, что под силу только таким уникальным людям, как Семен Николаевич Нерой. Мы с вами, конечно же, особенно старшее поколение, знаем его биографию, его род, представители его рода. Но то, что его отец Николай Тимофеевич, первый депутат Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от Ямало-Ненецкого автономного округа, был исполнителем, хранителем, носителем этого культурного наследия арктического народа. То, что это дело продолжил уже на другом уровне Семен Николаевич Нерой. То, что исполнял эти же яровцы, которые оставил всем нам Николай Тимофеевич, то, что написал Семен Николаевич, красиво и прекрасно исполнял брат Семена Николаевича, Андрей Николаевич, который тоже был работником культуры. Сегодня мы на этом вечере с вами увидим еще одного представителя уже следующего поколения, сына, в исполнении сына Семена Николаевича, Нядмы Нерой, прекрасные произведения нашей северной земли. Знаете, вот я, наверное, немногие здесь могут были свидетелями, с чего начинал свое присутствие в этом мире Нядма Нерой. Мы дружили с семьями и с Семеном Николаевичем, очень добрейшие у нас отношения были. Мы ходили по ягоды, по грибы, просто на природе отдыхали, дружили с семьями. Так вот, когда Нядма родился, Семен очень хотел, чтобы его сынок продолжил его дело. И представляете, месячного ребенка, Нядму, Семен ложил на пианино, а сам наигрывал на инструменте музыкальном свои незабываемые мелодии нашей тундры. И я говорю: Семен, ну, понимаешь, ребенок же не будет спокойно спать. Это ж, наверное, нельзя так. Нет, все будет нормально. Я хочу, чтобы он впитал с такого возраста мелодии своей родной земли. Насколько это получилось, мы сегодня убедимся, какое творение создал Семен Николаевич со своей супругой Валентиной Нёликовной, которая также будет продолжать дело своего отца, дело своих предков. И будем мы слышать на просторах российского севера, поверьте, я эти же мелодии произведения Семена Николаевича Неруя слышал и на Дальнем Востоке, в Якутии, на Кольском полуострове. То есть сегодня уже и сынок Нядмы, Вадим Неруй, тоже продолжает это великое творчество, которое мы с вами называем культурным наследием арктической земли.
арктического народа. Значит, вечно будет жить в этом мире мелодии нашего севера, наших народов. Наверное, старшее поколение тоже помнит, что Семен Николаевич не только писал на ненецком языке. Он и в союзе со своим не менее легендарным нашим земляком, поэтом, писателем, работником культуры, который долгое время возглавлял управление культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, с Анатолием Марласовым, который огромный пласт культурного наследия вместе оставили нам с вами и будущим поколениям. Хотя бы вот две такие песни, которые в народе они живут, помнят, исполняют. Это песня «Улыбнулась Оксарка, словно девушка мне». Помните, конечно же, да? Или про совхоз «Россия», который на самом краешке России. Совхоз «Россия» есть у нас. То есть такие мелодичные, добрые и приятные на слух, да и в исполнении. Они создали множество еще других произведений, которые на веки веков останутся в памяти жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Все это и составляет, уважаемые друзья, то, что мы с вами говорили, богатое культурное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа, которое мы с вами, наши дети, внуки должны исполнять, сохранять, петь, творить и далее передавать следующим поколениям. Я думаю, действительно, Семен Николаевич, светлая память которого сегодня мы отмечаем, посвященный 75-летию со дня его рождения, и концерт, который посвящен сегодня его творчеству, конечно, доставит нам приятные минуты отдыха в сегодняшний декабрьский, самый короткий день нашей северной зимы. Я желаю, друзья, чтобы приятно провели время, а наши творческие работники, которые сегодня готовы нас порадовать своим искусством, доставят нам приятное удовольствие. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. У ненцев существует вокальный жанр пения без аккомпанемента. Лишь устно, от поколения к поколению, с вариациями и дополнениями передавались музыкально-поэтические народные шедевры, сплетенные за долгую полярную ночь, которые впоследствии помогли становлению Семена Николаевича Неруя как национального композитора. На сцене артистка окружного центра национальных культур Анжела Новикова. «Обские волны».
Детство. Мое рукоделие исполняет преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа, лауреат всероссийских конкурсов Оксана Зинченко. Корни
Песня обских рыбаков. Студентка Ямальского многопрофильного колледжа Лилия Ядни. Маленький помощник. Яркалава.
исполняет преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа, лауреат всероссийских конкурсов Елена Гаммер. Инструментов Ямальского многопрофильного колледжа под управлением Андрея Кулинцова. В морозный, с крепкой поземкой день 16 декабря 1946 года на затерянной в снегах крохотной фактории Ямальской тундры у известного и уважаемого в тундре человека Николая Тимофеевича Неруя и его жены Марии родился первенец, сын Семен. Так начался интересный, насыщенный жизненный путь Семена Николаевича. И компасом на этом пути были слова отца. Когда вырастешь, станешь образованным, научишься жизни, будешь учить других и никогда не забудешь родных песен. Так и вышло. Дорогие друзья, к микрофону приглашается президент ассоциации «Ямал потомкам» Эдуард Хабычевич Яунгат. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад всех здесь сегодня приветствовать на этом замечательном концерте, посвященном творчеству Семена Николаевича Неруя. Тут очень много Сергей Николаевич о нем рассказывал. Сказал, что его песни звучат по всему нашему необъятному северу, по всей Арктике. И это очень приятно. Но, как вы все знаете, наверное, каждое произведение, песня, мелодия, они имеют свою историю. И одна самая известная песня, конечно же, тоже имеет свою историю. Я о ней не так давно узнал. Все вы знаете песню «Сулико», так ведь? Вот. И когда-то давным-давно Леонид Васильевич Лапцуй пришел в гости к Семену Николаевичу. И вот Семен Николаевич ему говорит: «Мне скоро в командировку ехать к своим землякам в тундру. Мне нужно туда песню новую отвезти. Давай, — говорит, — песню напишем». Леонид Васильевич сразу говорит: «Про оленя». Тут Семен Николаевич говорит: «Про олененка». Поскольку олененок — это символ жизни в тундре. Когда подрастают оленята, значит, все будет хорошо в будущем. И вот таким образом такой вот дуэт, можно сказать, талантливых людей создали для нас, для всех, эту замечательную песню, которую слушает вся наша Арктика. И это самая первая песня, которую фирма записи «Мелодия», фирма «Грампластинок» записала, и потом она разлетелась по всем нашим необъятным просторам. Сегодня всем желаю добрых, приятных эмоций от нашего концерта. Спасибо большое. Спасибо.
Работая педагогом культурно-просветительного училища, Семен Николаевич раскрывал таланты своих учеников, многие из которых впоследствии стали зрелыми мастерами и с большим успехом, ярко и вдохновенно исполняют песни учителя. На сцене заслуженный работник культуры Ямала Елена Уфимцева. Ань, здорово. В этот замечательный день хочется вспомнить многое, так как времени очень мало, я хочу вспомнить тот момент, когда я впервые в 1974 году пришла в училище, в культпросветучилище, и моим педагогом по музыке стал Семен Николаевич Неруй. Говорит, ты будешь играть на баяне. Да уж что, я говорю, я не хочу на баяне играть, я хочу на фортепиане. Ты что, будешь это фортепиано, говорит, по поселкам, что ли, таскать? Там не всегда бывает фортепиано. А тут баян достал и сыграла себе. Вот так я и попала. И очень долгие годы мы работали бок о бок. Также преподавала я в культпросветучилище хореографию, северную хореографию. И он меня аккомпанировал. И вот, понимаете, мы иногда, допустим, Семен Николаевич, маленький помощник мэс, по-ненецки. Чекам-то на мэс, вот это произведение сыграйте на ненецком языке, чтобы дети не поняли, что мы хотим. Вот, и очень такое вот великое творчество вот, Семен Николаевич Неруй. До сих пор поют его песни. Его музыка. В свое время под его музыку танцевал Сыросев, и я в том числе. И думаю, что у него такой прекрасный сын, Неадмушка, который вырос благодаря отцу и мамочке. Вот. И вот сейчас думаю, что это творчество будет продолжать Неадма. Вот, с мамой они уже как соавторы, да? Вот, думаю, в дальнейшем вот эти песни никогда не забудутся Семена Николаевича. Они будут идти дальше, будут петь наши правнуки и праправнуки. И сейчас я впервые хочу исполнить на русском языке, хотя я никогда на русском языке не пела, но сейчас попробую, потому что мне песни на немецком языке не достали, все поют мои песни, те, которые я знала, Семен Николаевич. Исполню на слова Литкова. Музыка Семена Николаевича Неруя, песня девушки. Вышивайся, что приснится, ясной радугой гори, будет у меня паныча. Зари, будет у меня паныча, словно всех цветов зари. А когда я вышивала, не его ли вспоминала, не того ли, кто унес сердце жалкое от слез, не стелю тебе под ноги все тропинки, все дороги и заветную мечту свою косу заплету.
мою мечту, свою косу заплету, а в другую песню звонкую такую, что На сцене заслуженный работник культуры Ямала Татьяна Лар. Добрый вечер, дорогие друзья. Я тоже хочу поделиться своими мыслями, впечатлениями. Семен Николаевич – это мой педагог. И когда я училась в школе в 1979 году, я приезжала в Салехард, пела песню. Естественно, он передал студенткам снова парта, чтобы обязательно я приехала в Салехард. Такая девочка, как Колокольчик, не нужна. Вот. Вот первое наше заочное знакомство. Потом уже я начала петь его песни. Впервые увидела, фортепиано я видела, как впервые начала петь под фортепиано. И вот песню, которую я спою, наверное, для меня как... Наверное, как судьбоносная, как будто песня для меня, стихи. Ради песни я живу, и по следам твоим иду. И так получается в моей жизни, что я иду по следам Семена Николаевича. Нарко вынгеями манние паянанье, и нингару ануны, обы нгадинаны, вынгее я несёнзя мы, тлабанане санго малыгану, обы нгадинаны, пыдарысём ты. Микуды, манненёды, надмы, я малые сарапей, неуракупы, нандые, я дамиты, удумнь, амидаситыны, ановым дэсёнды, мычитыдмы, инды я дуруми. Сятыдмы, пыдарысём дымы чеей, манилингадмы, серым дымём няней, харнинунгадмы, индаричеры тиды ядгадмы, пыдары яды микуды, манинё дыгадмы. На сцене артист-вокалист Центра культуры и спорта «Геолог» Эдуард Ямкин. Добрый вечер. С творческом... Извините, я волнуюсь. С творчеством Семена Николаевича Неруя я очень плотно связан с детства. Так как, когда мне было лет 6, наверное, я первый раз вышел на сцену, будучи маленьким начинающим артистом, вышел на сцену и исполнил его песню «Сулико», которая, в принципе, наверное, и повлияла в дальнейшем на мной выбранный жизненный путь.
Для вас прозвучат в моем исполнении две песни. Первая из них — это «Радость матерей». Телеветель, телеветель, нёры, юры, масту. Телеветель, телеветель.
тетелеветелинеры, юрым батьку. На Обском берегу ты, малыш, родился. На Обском берегу ты, малыш, родился. Милый малый, милый малый, ты, малыш, родился. Милый малый, милый малый, ты, малыш, родился. Песню пели, когда ты родился, волны песню пели. Милый малый, волны песню пели. Милый малый, волны песню пели. Салия, ворона, пыдр, свой Нансей. Салия, ворона, пыдр, свой Нансей. Петель-ветель, петель-ветель, пыдр, свой Нансей. Петель-ветель, петель-ветель, пыдр, свой Нансей. Дорогие друзья, прежде чем пригласить на эту сцену следующих артистов, ваше внимание на экран. Видеообращение от семьи Неруй и ненецкого фольклорного ансамбля «НГЭРМ» из села Ярсале. Продолжает концерт наша гостья из села Аксарка, участница ненецкого фольклорного ансамбля «Ялэмт», обладательница специального приза имени Семена Николаевича Неруя в фестивале «Душа тундры» Розалия Талеева. «Колыбельная». Наба, наба, наба. Ты такого нелегкого педавала ептотава наба, наба, наба чии. Наба, 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 чии. Наба, 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 чии. Начар тута хорки матата. Носи матата.
Наба, 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 чихи. Наба, 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 чихи. На сцене артист культурно-делового центра, лауреат специальной премии губернатора Валентин Вальгамов. Из-под пола за снег, и олень молодой, и стремителен бег. Эй, 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 зеледо, севдо. Это была песня на стихи
Федора Константиновича Яунгада на музыку Семена Николаевича Неруя. Однажды мы встретились в кабинете в газете «Красный Север» с Федором Константиновичем. Он мне говорит: «Возьми, говорит, мои стихи, говорит, к себе на вооружение. У меня есть песня, говорит, совместная с Семеном Николаевичем, «Гонки на оленях упряжках». Ныхадырма, ныдалерти, ныдалерти, ныхадырма». Вот я и взял эту песню, уже 10 лет исполняю. А следующая песня на стихи другого ямальского поэта-прозаика Романа Ругина. Песня о пастушеском хорее. То, что Семен Николаевич Неруй писал песни не только на стихи ненецких поэтов, но и на стихи хантыйских писателей. Послушаем. Нет жизни без тебя. Bye.
Ява камба бондия, сеян кальця тидамий. Нгерми тирангевна, німаня парівянгу. Тяханя маданду, вихамбий помана нанги. Нарака той ні тана, вані сіти чуртады. И вдруг, как говорила великая Сусо Елена, земля и небо, словно солнцем озарились, прислушиваясь к струнам жизни, света, сияние севера, и звезды засверкали огнем костра большого родового. Дорогие друзья, и сейчас мы с огромным удовольствием приглашаем на сцену хранительницу очага семьи Неруев Валентину Нёликовну. Сейчас, что было это? Что это было? Скажите мне. А разве плохо, когда вся тундра в декабре себя окрасила лунной охрой, но не уступает место мгле? На севере России где-то там под синеокой луной когда-то в 46-м году, очень тяжелым, 16 декабря, родился он. Где он? Вот он. Человек, который безумно любил грибы. Они сегодня, Сергей Николаевич правильно сказал, что однажды они попали в поиск грибов в дождь. А дождь проливной был, и они не знали, куда скрыться. И вот пока они шли, они навстречу им попалась огромная труба, огромных размеров такого. И они туда как-то пробрались, а дождь льет, прямо, знаете, вот нитками. И вот чтобы, ну, все там, все анекдоты, все рассказы интересные рассказывали, они оба рассказчики. И начали петь песни из репертуара Семена Николаевича Неруя. Я хочу сказать, что Сергей Николаевич, ну, сейчас, может, тоже поет, великолепно пел. Борис Григорьевич Шушаков великолепно поет. Анна Ламдо великолепно поет. Вообще все вы великолепно поете. Но я удивлена нашим сегодняшним концертом. Вот что не номер, то эксклюзив. Супер! Потому что... Да, супер!
песня, идущая от сердца, она лирична, нежна, добра и правдива. Спасибо вам всем. Я восхищена вами. Я восхищена артистами и вами, кто сегодня пришел на наш концерт. А сейчас чуть-чуть, вот Сергей Николаевич сегодня, я не хотела, конечно, это, ну, думаю, без подготовки как-то, может, не получится. Вот он напомнил нам, что есть великолепные песни на русском языке, которые, кроме Валентина и Елены Уфимцевой, сегодня никто не пел. А мне хочется, чтобы вы пели. Потому что Семен Николаевич как сказал, все песни, которые я сочинил, которые все песни, все слова перенес на нотный стан, пойте, пожалуйста. Я это сделал для вас. Не в лесах елисейских, не в поездках веселых полюбил этот север, этот тихий поселок. В лесотундре Неброской на высоком холме улыбнулась Оксарка, словно девушка мне, словно девушка мне. Мы живем, ла-ла-ла-ла-ла, не страшны нам ни холод, ни вьюга. Мы живем у великой-великой реки, и до полюса подать рукой. А сейчас хочу представить вот песню, которую мы сегодня сыном напели. Она вообще-то давно у меня была. Кусочек спою. Кедандюку яля, хынука да яля, хынука да яля, маратовы даню, маратовы даню, маня цуванина, маня цуванина. Маратовы заньо, маратовы заньо. Нявыкну гасей, сёю воды висей, нявыкну гасей, сёю воды висей. Валентина Неликовна, спасибо вам большое. Примите, пожалуйста, этот букетик от директора департамента Инны Васильевны Сатруевой, от лица департамента по делам коренных народов Севера. И спасибо вам большое за вашу работу, за сохранение этого великого наследия. Спасибо. Вот, я знаю, что все вы ожидаете альбом, книгу или просто вот коротенькие рассказы из жизни ямальского шамана, музыкального шамана Ямала. Мы эту работу делаем. Дело в том, что все вот предыдущие годы, вот 4 года, мы писали учебники, поэтому вот, ну, никак руки не доходили. Но к следующему юбилею нашего замечательного ямальского музыкального шамана обязательно каждый из вас получит такую книгу. Я думаю, что еще должен быть диск. Спасибо вам огромное! Спасибо вам за то, что вы все эти долгие предыдущие годы и все последующие будете поддерживать идею музыкальных шаманов Ямала. Я думаю, что и таких шаманов они будут еще. Шаман не должен быть один. У него должны быть ученики, дети, внуки и правнуки. Спасибо. Лакомбой. Честно. Мою.
Дорогие друзья, манисова нини, ямалндер, вундер, нани дарова! И я очень хочу поблагодарить вас за сегодняшний вечер. Без вас бы не состоялся этот вечер. Я хочу исполнить для вас, как уже сказал, да, мой коллега Эдуард Ямкин, песня «Суляко», она очень сильная, энергичная. Я могу точно сказать на все 120%, что эта песня в любом из каждого из вас в сердце, на устах. И хочу, чтобы вы подпели мне сейчас. И этой песней мы зажгем, да, солнце над Ямалом. И, конечно, Семен Николаевич Неруй, я точно уверен, он сейчас с нами. Он очень, очень вас любит. Итак, «Суляко», «Олененок». Сейчас я хочу исполнить песню собственного сочинения на слова моей мамы Валентины Неруй. У нас такой сильный тандем получился, что мы понимаем друг друга с полуслова в плане творчества. И будем вас радовать еще, еще и еще. Про эту песню я могу сказать одно, когда я услышал эту мелодию. Я представлял своего отца за своим музыкальным бубном, да, шаманским инструментом, пианино. И очень-очень-очень я благодарен своему отцу за терпение, за то, что он показал мне дорогу,
своего творческого пути. Итак, для вас я хочу исполнить песню «Иры Алянна» в зимнюю лунную ночь. Дорогие друзья, наш концерт, посвященный памяти ненецкого композитора, 75-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Российской Федерации Семена Николаевича Неруя, подошел к завершению. Мы желаем вам крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. И продолжает ход Аргиш наш музыкальный, неся по тундровым просторам музыку ямальского шамана, в которой все спелось, и переливы света, и искры костра большого, родового, и тепло души человеческой. Продолжает путь наш Аргиш под ритмы бубна, чтобы вернуться в один из дней в означенное время. Ну а сейчас, дорогие друзья, чтобы все это осталось в истории, мы приглашаем всех на общую фотографию на сцену.